гляньте, что творится. Блять, тормозите. Все. Ну его нахуй. Ой, извините, заматываю. Гляньте, позвоните. Куда? Скорую, куда? Ну ладно, я пойду посмотрю. Живой вроде бы, блядь. Мы купим ваш старый автомобиль по отличной цене, и уже сегодня вы получите за него деньги. Да, вы не ослышались. Деньги сразу. Не теряйте время и записывайтесь на продажу. Ну вот тут козел. Подрезал его как тот фура. Опа, 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 опа. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Конечно, тепло. А если еще и сервис в подарок? Сервис в подарок? Вот это Сармат Шот. Первый официальный дилер Киа в Новосибирске. Автоцентр Сармат. Двойная выгода за трейд-ин. Каска. Сел, ну что? След лучше, сообщил Фондорин. Преступник. Собственной персоной. А, позвольте закурить. Попыхивая сигарой, коллежский асессор рассказал... Бля, ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Ёпарасоте, бля. Заебись!
это трасса для лыжников. Тут в чем фишка? Старт здесь у нас, да-да, а финиш день там, в Ростовской области. Плюс потом опять работа, там плюс опять по дороге где-то играть 500 евро. Ну, блядь, ну дурачок, блядь. Блядь, ну дурак, блядь. Ну пиздец, блядь, долбоёб, блядь. Блядь, спасибо, блядь.